посмішка, радісна, здивована, замріяна, хижа, закохана, сумна, скептична, нещира, злостива, непевна або через плече. Скільки відтінків? Що зранку скажуть миколаївці про посмішку? Скажите, а важно для человека уметь улыбаться? Конечно, важно, потому что улыбаться – это всегда позитивная эмоция. Позитивные эмоции – это всегда огромный плюс, и, как известно, смех продлевает жизнь. Конечно, важно. А можете нам улыбнуться? Да, пожалуйста. А как нужно улыбаться правильно? Искренне. Как можешь, так и улыбайся. А вот как думаете, можно определить вообще, какой человек по его улыбке? Да. А как? Ну, хитрая есть улыбка. Разные улыбки бывают. Важно в жизни человека уметь улыбаться? Конечно. Это залог успеха. Вы думаете? Я уверен в этом. Если бы вы видели все мои фотографии, там я везде улыбаюсь. И вы успешный человек? Я думаю, что да. Недостаточно так, бы, как бы я хотел, но достаточно успешный на фоне многих людей. Ну, не хочу себя превозносить, но я в плане того, что нормально. Нормально успешный. А что вы имеете в виду? В материальном плане? Ну, я думаю, да. Конечно, важно. А почему важно? По улыбке встречают. Улыбка для жизни очень много чего значит. Она придает в любом случае силы, как и близкий человек. Без улыбки нету жизни вообще. Какой смысл? Да, думаете? Да. Уверен, уверен. Улыбайтесь чаще. Люди, улыбайтесь чаще, пожалуйста. За посмішкою наука фізіогноміка намагається вгадати характер людини, а езотерика – долю. Чи розділяють ці погляди люди? А що можна, взагалі, як думаєте, узнати по чоловіку, по його улыбці? Ну, улыбка бывает разная. Есть улыбка, когда человек, вот я сейчас рада, потому что я получила стипендию, я счастлива, я иду улыбаюсь. А бывает улыбка хитрая, как по-украински усмішка. Скажите, а что вот можно узнать по человеку, по его улыбке? Как думаете? Ну, как бы, какой человек, ну, изнутри есть. А как это видно? Ну, вот вы улыбаетесь по глазам, не только по улыбке, я думаю, по выражению лица, по глазам. Доброту человека, вот, его вообще харизму. А как думаете, можно судьбу человека узнать по улыбке? Ну, это уже с годами, наверное, приходит. Я думаю, что да. Если человек улыбается, значит, он добрый, искренний, хороший, открытый человек. Но это очень важно. А если не искренне улыбается? Если, ну, оно как-то заметно по улыбке. Как-то не та улыбка, не настолько искренняя. А судьбу можно человека узнать по улыбке? Я думаю, что нет. Думаю, нет. А можно по улыбке определить, вот какой человек? Ну, я тоже думаю, что, наверное, можно. А как? Ну, вот что-то, какие-то из своих наблюдений вот, по улыбке. Ну, бывает улыбка открытая, то сразу понятно, что человек, значит, ну, в плане эмоций открытая. Бывает улыбка так, чтобы улыбнуться для отмашки, скажем так. В принципе, если человека не знаешь, вряд ли, но я думаю, искренняя улыбка всегда видна с первого взгляда. Почему спрашиваете? Передачу создаете? Про улыбку, да? Улыбка спасет мир. Это точно. Смотрите, ну, а можно определить по улыбке, какой человек? Не знаю. Может, у человека и улыбка, смотря какое настроение. Не могу сказать. Может, если присмотреться, да. Не знаю, у каждого аж разные улыбки, правильно? Вот. Некоторые прячут зубы, некоторые показывают. Вот. Может, стесняются чего-то. It is easier to smile than it is to be sad. На самом деле, улыбаться проще, чем быть грустными. Можно судьбу человека узнать по его улыбке? Судьбу нет, только по руке. А вы умеете по руке? Я нет, это специально обученные бабушки, я не из таких. Если человек на протяжении долгого времени улыбается, и коллеги, без причины. Знакомые... Нет, без причины, не дай Боже. Если он на протяжении долгого времени улыбается, коллеги это видят, то можно предположить, что человек счастлив. И у него в судьбе все хорошо. Отже, посміхайтесь на здоров'я.